Florida.olga.com предлагает вашему вниманию короткое видео о городе под названием Халлендейл, который расположен на восточном берегу Флориды, к северу от Майами. В этом видео мы расскажем вам, почему многие наши клиенты выбирают этот город для покупки недвижимости во Флориде. Город известен своим пляжем и казино Gulfstream Park с большим торговым центром и ипподромом для скачек. За каналом, в 5-10 минутах ходьбы от пляжа, находится множество торговых плац с ресторанами, кафе, аптеками и продуктовыми магазинами Walmart и Publix. Халлендейл привлекателен тем, что здесь можно найти варианты на любой бюджет. Цены начинаются примерно от 170 тысяч долларов за скромную квартиру и доходят до миллионов за просторные квартиры в таких зданиях, как Beach Club, Ocean Marine Yacht Club и 2000 Ocean. Наши клиенты обычно покупают квартиры на первой линии, прямо на берегу океана, на второй линии, через дорогу от океана, или дома и квартиры за каналом. Если вы хотите купить здесь недвижимость, Ольга будет рада помочь вам подобрать подходящие здания и предложить интересные варианты, которые будут соответствовать вашим конкретным предпочтениям и бюджету. В заключение, мы хотим рассказать вам об известном комплексе Beach Club. Он состоит из трех зданий, расположенных прямо на берегу океана. В Beach Club есть отличный тренажерный зал и прекрасная спа с джакузи и парилками, а также большая территория с несколькими бассейнами и прямым видом на океан. Цены на квартиры в этом комплексе вполне разумные, и многие наши клиенты купили именно здесь. Меня зовут Александр. Я ассистент Ольги, специалиста по покупке и продаже недвижимости в Южной Флориде. Ольга и ее команда всегда готовы ответить на любые дополнительные вопросы. Вы можете связаться с нами по телефону 718-354-7604. Большое спасибо, что вы досмотрели это видео. Как только вы будете готовы, Ольга с удовольствием поможет вам найти и выгодно купить замечательный дом или квартиру в нашем солнечном штате. Спасибо, всего доброго!